Решили номер передвижок. Стрельба как против. Стой стрелять. Внимание. Одним патроном. Давайте я вам сейчас просто объясню. Да. Правый снег соответствует переднему спусковому крючку. Заряжаем значит правый ствол. Да, заряжаем правый ствол. А теперь смотрите, давайте еще раз. Мишень номер три. Мишень номер три вижу, к стрельбе готов, стой стрелять не надо. Говорю, внимание, одним патроном, заряжай. Ставим патрон, закрыли. Тут же можно ползом вперед подвинуть, прицелиться. Стрельбу окончил. То есть уже команда огонь не будет? Не будет. Заряжай и все, будет все, здесь лучше. Да. Если пальцы нравится, стрельбу закончил. Оружие не осмотрим. Извлекли, ствол продули, мне показали. Я говорю, осмотрено. Закрыли, положили. Тут коробка будет стоять, коробка бросили. Вид времени. 20 секунд, да? 20 секунд это на ногу. А сколько или сколько? Ну, да. Ну, мы желательно так укладываться. Все понятно? Давайте тогда прямо по ходу добавляем шутки. Правильно цель, друзья, знаете? Да, значит, планка должна видеться и мушка должна видеться пол над планкой. Да. То есть мы планку вот эту видеть не должны, то скушал. Мы задумали вот эту. Да, да, вот возьмем линию. А мушку должны видеть отчетную. Отчетную можно попробовать. Да, конечно. Круг десятки ложите на планку. Не на мушку, не на вершину, а вот на планку на саму круг, чтобы мушка разделила нижний край десятки. Десятку на саму планку. На саму планку. А мушка должна разделить вот эту грудь. Нижний край. Итак, еще раз повторяем. Мишень номер три. Мишень номер три, вижу. Стрельбе готов, стой, стрелять будет. Внимание. Одним патроном. Заряжай. Стрельбу закончил. Оружие к осмотру. Смотри. Ну, пока сюда, да? Мишени можешь? Да. Да. Вот он мишень дает два. Под наверху еще. Ладно, шесть немножко. Хорошо, ладно. Значит, мишень номер два поражена одной пули. Смел мишень номер два поражена одной пули. Вот сюда же тогда стреляем. На огневой мешмаш. На огневой мешмаш. Мишень та же. Мишень номер два. Вижу, к стрельбе готов, что стреляем. Мишень номер два вижу, стрельбе готов, стой стрелять будем. Внимание, внимание, двумя патронами, заряжай.
два, прожила двумя пулями. Мишень номер два прожил двумя пулями. Хорошо.